Скейтбординг, роллер-спорт, BMX, слэклайн, джампинг, брейк-данс и многое-многое другое. Все это составляющие крупнейшего европейского фестиваля Z Games в Запорожье. Особенной фишкой нашего мероприятия будут соревнования по хип-хопу. К нам едет из Германии очень серьезный танцор, один из судей самых крутых танцевальных соревнований по хип-хопу. Это не мини-футбольное поле и не миниатюрный теннисный корт. Так выглядит площадка для серфинга. Уже завтра все желающие смогут попробовать свои силы в этом виде спорта. Вся эта конструкция будет залита водой, и просто серф, он будет стоять непосредственно возле края, и просто кто-то, либо я, там, либо вы, к примеру, можете просто подойти, чуть-чуть подскочить к этому серфу, и сама волна образуется, и вы понесетесь к тому дальнему краю. Серфинг считается праотцом скейтбординга, говорят участники. И эти виды спорта в Украине очень популярны. Завтра во время фестиваля Z Games свое мастерство покажут десятки экстремалов со всей Украины. Подготовка в самом разгаре. На каскаде фонтанов «Радуга» устанавливают уникальный скейт-парк. Эта конструкция длиной 30 метров, полностью собрана из дерева. Тоже она впервые в Запорожье. На ней можно будет ребятам отлично посоревноваться на BMX-ах, на скейте, на роликах. На нем будут квотерпайпы, разгонки по краям и центральная часть фанбокс, по которой могут скользить, прыгать ребята на скейтах, роликах, велосипедах, BMX. Помимо показательных выступлений, планируется и проведение соревнований. Судейство основывается на, скажем так, стабильности катания, к минимуму падений во время заезда, плюс ко всему сложность трюков, частота их исполнения. Гости праздника в День металлургов смогут не просто посмотреть на мастерство профессионалов, но и попробовать свои силы в различных видах спорта, говорят организаторы. Очень интересный момент, связанный с тем, что человек, который очень далек от этого движения, может увидеть спортсменов-профессионалов, как они это делают, каких результатов добились, и потом, возможно, как в виде мастер-классов, самому попробовать и понять, что если человеку это нужно, то дальше продолжать заниматься этим увлекательным мероприятием. Желающие окунуться в настоящий мир драйва и экстрима приглашаются завтра, 15 июля, в День металлурга и горняка на каскад фонтанов «Радуга». Начало в 15:00. Организаторы и участники заверяют, будет весело. Невероятное шоу, очень атмосферное мероприятие, хорошая музыка, хорошие диджеи, красивые танцоры, красивые ребята-экстремалы. Будет как в Калифорнии. Дарья Купличенко, Игорь Бахиркин, ТВ5.